Здравствуйте, это наша игра «Клондайк». Мы находимся в «Одноклассниках». Нас таки позвали в гости. Позвали в гости на 134 уровень. Приветик. Зайдете в гости? Обязательно заглянем. Пригласили, надо идти. Спешим. Итак, ух ты, торговцев много. И они прячутся. Видите, тут чередуются торговцы с пекарнями, с амбарами. Ну, очень-очень много лимит. Наверное, потому что амбаров много, да, лимит приличный. И в то же время очень много малины. Малины сколько хочешь. И покупка, и продажа есть малина. 1800 малины сплавы. Я даже не знала, что они такие дорогие, надо себе поставить. Так, мини-пекарни тоже присутствуют. Кожа. Много-много ботанических садов. Можно тогда в таком... и подторговывать еще и продукцией ботанического сада, почему нет. Многим нужна груша, вишня. Так, вы знаете, что я не вижу? Я не вижу здесь вообще кроликов, а крольчатников очень много. Ну, наверное, они в домиках. Ну, знаете, иногда игроки уделяют больше внимания животным. Вот обратите внимание, 5 штук птиц, 5 штук ферм. Это о чем-то говорит. Животные хорошо питаются. Усиленное питание для животных. Заводов всех хватает, всего хватает. Даже на память есть заброшенное депо. Вот так вот. Все есть. Полностью укомплектованная ферма. Ну, 134 уровень, как-никак. Ну вот мы погостили и спешим домой. И на этом все. До новых встреч.